На сцене Ярославского театра кукол выступили артисты из Польши. Театр анимации совершает турне по России. В Ярославле артисты показали спектакль с забытой историей. Марина Смарагдова была среди зрителей. Долгими и несмолкающими ярославцы в восторге. Так закончился единственный спектакль театра из польского города Познань. Но все по порядку. Спектакль начинается славянскими мелодиями, относя и собравшихся в зале к смутно различимым истокам. Драматургия Марины Вшислюги, автора концепции, основывается на праславянской демонологии. Притчи из мира забвения создатели спектакля возвращают в наше настоящее. Для меня такая большая радость, что просто дети здесь, в Ярославле, мы раньше были в Иванове, раньше были в Рязани, что просто принимают этот спектакль, но каких? Спасибо. Как говорят артисты, спектакль рождался прямо на сцене, в импровизациях. Здесь действительно слово вторично. И хотя спектакль шел с переводом, иногда он был и не нужен. Русский и польский похожи. Эстетика идет от режиссера и автора кукол Дуды Паевы. Голландский артист сейчас очень популярен. Его называют повелителем куклы. Поролоновое создание Дуды Паевы и впрямь как живые. После спектакля зрители просто облепили артистов, которые в сущности дали еще одну постановку. А дай попробуй я. Это что-то нереально волшебное просто. Мы в восторге. Ну хорошо говоришь, хорошо. У вас такая милая вот эта... Кто это, Баба Яга это, да? Баба, как видно, но... Ну ты говори с меня, не с ней. Я говорю, я баба, хорошая. Ты хочешь понюхать? Марцин Хаминский говорит, что восхищен тем, как прошел спектакль. Надо было упражняться, да и репетировать, 100 раз репетировать, и получилось так, как получилось. Это был хорошенький для нас спектакль. Зрители фантастические. Мы играли как в доме, часами так не играем, как у вас. Автор кукол Дуды Паевы называет своих поролоновых артистов мостиком между ним и залом. В Ярославле в очередной раз этот мост был вымощен только положительными эмоциями. Марина Смарагдова, Максим Сушанов, новости города.